Паян Чуваш Республики министр зен кабинет Чен Лара Виртере, она Чувашин Пушлыге Михаил Игнатьев Ерцебыча. Лару рабанембе ширим двады ыйды ваши гильджеме девря. Вазенчен бери я старосты зене бурза девять. Кунберги тепленрех, калазапарат пархалех. Чуваш Республики Сакуне Малашне ял старости лавгердеще. Кунберге Республика Рим министр зен кабинет Чен Лара Венде юстиции министр Наталья Тимофеева пледерча. Пурмисем ял зенде тохырвынна мышыл зенде бушлан загаяще. Паянхи куна Республика Ра и гибине яхан старосты хайзене регебе тюлев зарешлеть. Судпае планны шлеме булдарайман пашалық тыдымынде дружаган ял старосты булаймаст. Шакел хебине аллазыстан сахалдан да еге жол, шавығытрах пелек шулдан ытламар халық айдывебе чоп малеге. Шаган берге ялдырық тыдымыбе эшергене шерпледеген хутра балырцах вармалла. Саконба сатуза жереплетнен бурмесен эжен тухышлыхне, вырынды ютюзене татсабаны джухне вэзен самахин видимне юстересине балыртры министр. Чувашенри эш тада социалы хютлих министра Сергей Дмитриев пледерне дырых, производство ренгек сен кезебы шул серенчак сабрать. Ку лайых пулым, анжа шага эш сыхлау бейр тереген мероприятизене чарсалард малымне пледермес. Чамбахинде министр эш сыхлавин дагагезене саплаштармау ираган ухша денге вичине юстерзе бумалыне, шинзене эш сыхлавин правила зене врентмелине, эш слой везене хакласыне вайлат малыне, профилактика мероприятия зене и термелине балартыры. Рашта вуихам вадарбер межачем, пур эш вырынеде ядарлы хакла витер тухмалла. Ку енбе демлеген республикари улды организациян шеш шакнады рэслеме ирык пур. Вырынды хайдыдым лых организенде ялсын зыбатни лемледе стезет юзав эжи земир тереші. Кажал республикари вунвесе муниципалитет ялзене хытылат малы икшер вадарбер проект хадырлене. Кунда культура сюрдезене шнетнеджем бушлаза, ача быча вылямалы лабам дергелеси таранах пур. Республикари министр зен кабинетин представителен шуме, ялхучалых министр Сергей Артамонов пледерне дырых, везене бурнача гертме бюджетра шервадрешиде миллион ытла деньги пахсах варна. Республика гларым вали Алина Сусметова, Татьяна Трофимова, Андрей Шоклев.